Впервые за 10 лет Одесский областной онкодиспансер получил новое оборудование. Меценаты передали медучреждению два ультразвуковых сканера, которые позволяют проводить малоинвазивные оперативные вмешательства онкологических больных. Многофункциональные аппараты имеют высокое программное обеспечение и разрешительную способность, что позволит выявлять заболевания на ранней стадии. Проведение ультразвуковой диагностики на таком оборудовании приблизит медицину к европейским стандартам, надеются одесские медики. Этой диагностики просто не существовало, она появится. А что касается лечебных возможностей, то, конечно, открываются широкие перспективы. В самых ведущих клиниках количество таких операций около 60% уже сейчас на сегодняшний день в европейских. У нас это было ноль. Но в настоящее время уже за месяц выполнено около 25 этих вмешательств.